Лауреат международных конкурсов скрипач Петр Федотов примет участие в премьере Хакасской республиканской филармонии. Он уже прибыл в Абакан и приступил к репетициям. Продолжатель известной музыкальной династии и выпускник Московской консерватории имени Чайковского Петр Федотов будет солировать в концерте номер один для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича. И это премьера филармонии. Также впервые наши музыканты исполнят симфонию номер один Александра Скрябина. Это будет уже самостоятельное выступление оркестра. Состоится концерт в понедельник в 18:30. С разными оркестрами по-разному это произведение звучит? Или... одинаково всегда? Безусловно, с разными оркестрами это звучит по-разному. Зависит, в принципе, от того, как мы играем, какой у нас ансамбль. Но сегодня вот мы впервые его встретили, как раз я сегодня рано утром прилетел. И у нас как-то сразу, вы знаете, случился вот такой вот ансамбль отличный. И вот как-то, я думаю, что будет все хорошо. Музыка достаточно глубокая, и я думаю, уже люди, которые повзрослее, постарше, могут понять ее лучше. У нас зрители уже все-таки много уже слышал, и как бы воспитываем мы. И мне кажется, что время пришло познакомить зрителей уже с такой серьезной музыкой, которая требует аналитики, погружения. Для нас, конечно, это волнительно и интересно.